1956 год. Итак, всем привет! Это 39-я серия нашего прохождения игры Deadly Premonition. И мы опять находимся во временном флешбеке. Как раз перенеслись в ту самую ночь, когда был распылен газ, когда на улице вышел настоящий Рейнкол Киллер. То бишь, отец Гарри. There! Over there! И, как это ни странно, нам за него играть. Ходит он очень так медленно. Что-то он не хочет даже поворачиваться. Лучше здесь, кстати, никого не бить. Я объясню почему, потому что как только часы пробьют 13, игра закончится. А сейчас у нас 2. Зато мы можем всех бить. Карты у нас нет. Пойдем по приборам. Я надеюсь, что я смогу пойти по приборам. Я потому что уже не помню. Нам нужно добраться до башни. Это уж точняк. Как это сделать? Вопрос. Так, туда мы не поворачиваем. Нам надо куда-то вот сюда поворачивать. Так, здесь пройдем. Вроде как-то нет, не сюда, блин. А куда? А, вот сюда. Пять уже. Черт. Надо плюхать. Вот. Наконец-то нам показали, куда надо идти. Но это сделать это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Музло такое еще. Шесть. Но может мы и успеем, кстати. Осталось-то не так далеко. Заметили, те же самые дома стоят за 50 лет. Ни хрена не изменилось в этом маленьком городке. Черт, а мы можем не успеть, кстати. Он не так быстро бежит, как хотелось бы. Я когда первый раз проходил, я тут начал всех убивать, потому что мне не показывали, что надо делать. Я думаю, ну, можно повеселиться, а потом хлобысь. Так, иди сюда. Ну, развернулся бы ты, а. Вот так вот, да. 9. Черт. Черт. Ладно, 300 ярдов. Авось успеем.
все, больше ни на кого не обращаю внимания. Поняли? Не обращаю ни на кого. Как он умудряется, идя по траве, такие искры выпускать, непонятно. Блин, успеем, не успеем. Так я успел или я не успел? Не обращаем на них внимания. Нам нужно туда. Ну, вроде сейчас успеем. Стопудово успеем. Зачем Рейнкоу Келлер пошел к этой башне? Неизвестно. Кирисон. Это ж было 50 лет тому назад. А ты с тех пор не изменился. А кто там с этим, блин, вот меня интересует, с катаной? Вроде кто-то знакомый. А вроде и нет. Надо. Очень шустро. Хотите сохранить? Я хочу. Да не будем мы их не убивать, зачем? Пригодятся еще. Опаньки. Так, что здесь у нас? Бриться или осмотреть? Неплохо, да ладно-ка, неплохо. По-моему, все ужасно, мужик. Так, здесь можно было поспать, здесь можно сохраниться. Здесь можно переодеться, сменить одежку. Так, что у нас там поспать и пожрать и так далее? Да у нас все нормально. Все нормально. Сохранялись мы недавно. Так что... Open this door. There is no turning back. You still want to enter? Yes. Хорошо, езжайте. Нет, я с вами. Very well. Off you go, Mr. York. Пойдемте, у нас все есть. Так, Кейсон. George is dead. You've got nowhere left to run. George! Oh, right, George! He was a funny one. I
gave him a toy locket, and he was so impressed, so moved. But he wasn't very intelligent. He was born in this town, you see, and it took him too long to discover the red seeds. Binding down people's rules is a sign of small-mindedness, and that was what George represented in life. I'm taking Emily. Oh, but I can't allow that now, can I? York, you left her to me. In my care, remember. I told you, no, no, Cummins, didn't I? Must remember. But you didn't come. You chose your job over the woman that you love. Casey, this chit-chat is over. Over? Indeed it is. My fun with Emily ended just a moment ago. It was a fantastic moment. Like eating a full-course dinner that ends with the ultimate dessert. I fed her a fake story about my past, and she took in every word. Cut out your nonsense. I told you, no more talk. There you go, York. That's right. Feel the hate boiling from the bottom of your stomach. That's what makes little men create such great and amazing history. Just like tiny ants that make giant anthills. You know, I just had dessert, and yet I'm already hungry again. No wonder why I keep failing at keeping a diet. Kaysen, stop! The next one will pierce you between your eyes. York! Emily, it's me. I'm here. Don't worry. Everything will be fine now. York? Is that you? Oh, God. York, I... Emily, no! That isn't me! York... Да она под кайфом, чё. York, I'm sorry, I... It's okay, Emily. Hurry, come over here. We need to get you to the hospital. I can't go to you. I've been soiled. No, that's not true. You have a heart that can't be soiled. No matter what happens to your body, you are still yourself. York, I... Нифига себе. Каждый раз, когда вижу эту сцену, сердце сжимается. What do you think? Artistic, isn't it? It's like a surrealistic painting. York, shoot me. Emily? Let me die. Please. Yeah.
знает, что делать-то. I'm sorry, my darling. Let her go! Remove that sapling from her body, Kaysen. Xander, it's too late. Once it's like this, I can't do anything to stop it. Please, darling. Shoot me. I'd rather die. If you love me, let me die. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Yet, I couldn't do it. However, you can. When the time comes, and you have to make that decision, make the right one. Okay, Zach? Zach. 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 Morgan. Morgan. Francis. Zach. Francis, Zach, Morgan. I saw you, Zach. It's okay. I'm here. I'm with you. I'll be with you always. We can get through this together. Who are you? My name is York. Me and you will always be together. Okay, Zach? I'm you, and you are me. Now, give me your hand. I remember. I traded places with York. York, the other me, my other personality. Zach, please, please shoot. York, what should I do? Tell me what to do, York. Zach, you have to decide for yourself what you must do. I'll be with you no matter what you decide. Don't worry. Застрелим ее. There are some things in this world that must be extracted, no matter what. Even if that means losing someone that you love. Oh,
Marina. I can't do it. I can't kill Emily. I'm sorry, Zach. Stop. Emily! Ladies and gentlemen, and now the grand finale. Emily, what have you done? Zach, I wasn't used as soil at all. You're beautiful. Most beautiful person I've ever seen. Thank you, Zach. I wanted to be with you. Emily, no. You aren't supposed to go over there. That's not the way. Come back, Emily. York and Zach. Finally, I understand. You two really are best friends. I'm a little jealous. Got to meet you face to face, but you had to go with York, didn't you? He always gets the girl. He's a good guy. You see that too, right? He kept talking to me and ended up pulling me back out of that room. I'm sure he'll make you very happy. Так, ну и приходится мне немножко читерить. То есть я записываю геймплей с PlayStation 3. То, что я не могу нанести финальный выстрел Кейсону. Так, у меня немножко не настроен звук. Немножко сейчас его убавлю, да. Короче, я не могу Кейсону нанести финальный удар. Финальный выстрел. Именно из-за того, что у меня не... Паньки. Почему? А куда у меня делись? А, понял, понял, понял. Пардон. У меня, кажется, патронов не было для штурмовой-то винтовки. То есть я всяко пытался.
Но поскольку на ПК у меня управление вот работает вот так, я не могу вот так вот сделать. Мне надо... Там надо на последнем этапе выстрелить себе под ноги. Выстрелить себе под ноги я не могу. Пробовал я огнеметом, огнемет до цели не достает. Поэтому вот так вот приходится делать. Нет, ты меня не загасишь. Так, погодим. Погодь немножко, дружочек. Сейчас я сделаю одно дело. Мне надо перевернуть куколку. Вот так вот. На ПК и на PlayStation 3, в общем-то, одинаково. По графону. Единственное, что на ПК стабильность получше. То есть FPS не проседает. Ну и сглаживание на ПК все-таки присутствует кое-какое. Оказывается. Как я успел сравнить. Не-не-не, не достал. А я достану. Вот сенса только из-за проседающего FPS не очень, конечно. Но зато я могу и вверх могу, и вниз могу, и вправо, и влево. Отлично все. Просто великолепно. Хотя у меня попой пришибить, а? Толстячок, понимаешь. Когда он падает, в него стрелять бесполезно. Он практически сразу становится неуязвимый. Лучше подождать, когда он нападет, и садить в него полную очередь вот так вот. Покажу тебе свою истинную силу. О чем он вообще? Ты уже готов. Вот. У меня тут кот храпит. Твоя удача как-то отвернулась от тебя. Сейчас ты будешь, в общем-то, убит. Большая, говорит, ошибка была то, что ты вышел из своей белой комнаты. Ты должен был там сидеть так же, как тот старик. Что-то там он говорит, что опять же ту же самую воду льет про то, что ему красные семена ему дает истинную силу, и мы ничего с ними не сможем сделать. Короче, вот так. Anyway, I think we've had enough fun for today.
Ну, пора, заканчивать. Мы где-то уже немного довольно повеселились. Давайте заканчивать. Да, давай заканчивать. Дружочек. Так, ну и вторая фаза битвы с этим боссом. Главная жопа для меня на ПК была именно третья фаза. Ой, Квадка храпит. Так, погодим. Надо перевернуть куколку. Он нас все равно несколько раз заденет, куколка хотя бы немножко нас спасет. Нет. You're an annoying little bug. Может, ты немножко, Зак, побыстрее побежишь, не? Он немножко, конечно, замедляет. Очень сильно замедляет. Ау. Какой ведь ты хитрый. На самом деле очень жаль, что у меня, конечно. Беги. Беги, Лола, беги, Форест, беги. Очень жаль, что у меня на ПК вот такая вот фигня произошла. Ну ладно, благо у меня есть, собственно, версия для PlayStation 3. И я могу этот бой отыграть на ней. Нет. I'll squash you like a frog. Нет. Бежать будем довольно долго, кстати. Я так и не понял, от чего это зависит. You're an annoying little bug. Зо, говорит, ключик такой, зо. Вот это, подлый удар. От второго нифига не увернешься. Ну давай, беги, ну. Беги. От второго удара увернуться вот просто невозможно. Но благо у нас есть куколка. Она хоть немножко, но нас спасет. Давай. Побежал. Вот видите его как замедляет. Ау. Я сначала нажал на кружок, а уже потом на крестик. Что-то я так перепутал. Надо было слева направо, а я справа налево начал. Давай, Зак, беги! Йорк умел бегать, ты тоже должен уметь. Видите? От второго невозможно увернуться. Я не знаю, насколько это надо быть с красным чуваком, как нужно охеренно таймить. Благо он такую атаку не часто проводит. И куколка тут спасет. Давай. Отлично.
чувачок. Зак, да, я Зак, ну и чё? Нью-Йорка. Хочет раздавить нас на двигушку. И говорит, что с нами еще не закончил. Ну вот, мы дошли до финала второй стадии. Всего стадий три. Наверху башни. Промазано? Бывает. Я, кстати, мог бы записать до этого момента на ПК, но я решил дать вам возможность оценить разницу между PlayStation-ской версией и ПК-шной. Короче, Эмили, я отомщу за твою смерть, дай мне еще немножко времени. И куплю тебе обязательно новое платье, потому что то, в котором ты явилась ко мне в гостиницу, оно тебе явно не идет. Почему? Хорошее платье было. Ну, у Зака другие вкусы. Годзилла! Кейсон, I've been meaning to tell you this. You're one crazy guy. Кейсон, я давно хотел тебе сказать, ты псих. Давайте попробуем Чё, я попал? Блин, я даже не целился. Сейчас я целюсь. Отвали. Это мужик. Твое, что называется. Твоя смерть. Он спрашивает, что это за боль такая. Откуда вот эта боль? Не поймет никак, что я по кухне стреляю. Думаешь, так легко? Это будет, мужик, тебе нелегко. Тем более, что у меня теперь управление хорошее. Вообще, Кейсон с PlayStation 3 более покладистый, чем Кейсон с ПК, да? А все почему? Потому что консоли казуалили. А козуалили, у козуалили. Хватит уже рыгать тут. Дай мне прицелиться в тебя, Эл. Посмотри, какой. Их ты какой. Все? Больше не хочешь? Да.
Ставьте тогда плох. А, нет. Фигня все это. Думаешь, ты меня победил? Ты меня ни хрена не победил, короче. Заметьте, мы еще ни одной аптечки не потратили. Хотя уже третья фаза. Черт. Понты. Понты до добра не доводят. Возвращайся в красную комнату. Он то говорит про белую комнату, про красную комнату. Я так и не понял, к чему это отсылка. Скорее всего, это отсылка опять же к Твин Пиксу. Так, прячет своего. А, понял, что я в куклу целюсь. Отсылка к Твин Пиксу, где на красной комнате было закручено очень много сюжетиста. Ну? Стоит тут как Брежнев, рукой машет. И вы. Вот смотри, вот он я. Это как конец, Зак. Ай, я перепутал немножко. Давай, вставай. Придется подождать еще раз. Тут очень сложно именно попасть. Надо, чтобы он не задел этими. Как его зовут? Как их назвать вот этими световыми линиями, молниями подземными, когда ударяют? Потому что надо подбежать к его руке. А если он заденет, то он просто... То есть Зак просто падает, и пока встает, Кейс уже руку убирает. Да ё-моё, уже ж было. Ладно, хрен. Камера тут еще упарывается, когда Зак встает. Спрячь себе ту самую комнату. Не? Давай уже это ударяй, твою мать. Козлина. Ты же понимаешь, что у меня он уже здоровье восстановилось, а? Все, что ты мне снял, все уже восстановилось. Давай, Кейси, не томи. Есть. Вот так вот. Вот и все, что нужно было сделать. А вот у меня на вот этом вот выстреле у меня отбомбило на ПК-версии, потому что я не мог опустить оружие под ноги, чтобы попасть в эту куклу. Как, почему ты можешь причинить мне вред?
каким-то образом ты можешь мне причинить вред. Я не понимаю, почему. Это говорит, потому что ты не понимаешь людей. Лобысь и все. Я был. Не знаю, что такое, к сожалению. Я это слово первый раз вижу. Или пани. Ну, короче, P-U-N-I. И такой Зак пошел прям как этот. Какой-нибудь Брюс Уиллис или Арнольд Шварценеггер на фоне взрыва. И кошмар закончился, и безумие людей закончилось. Tries not to show it, but he's pretty shy. Don't wait for him to propose. Just ask him to marry you. Короче, говорит, Йорк хороший парень, но он, говорит, очень стеснительный, так что не жди, когда он предложит тебе выйти замуж. Предлагай выйти замуж, то есть жениться сама. Главе. Слава тебе, Господи. И конец этой серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.